Салам алейкум, хурматли милляташтар. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня я хотел бы поговорить о том, почему русские, как правило, да, почему русские против того, чтобы национальные республики Российской Федерации получили независимость. Почему в основном русские против того, чтобы народы освободились от Москвы, от ее гнета, от ее давления. Дело в том, что русские, они имперский народ, я сейчас объясню почему. Все, давайте вернемся вот изначально, чтобы вы поняли, во времена СССР. СССР это была, ну, такая большая-большая страна, куда входили, в союз которой входили многие республики, которые сегодня стали независимыми, да, союзные республики так называемые. И каждый житель той или иной союзной республики, он имел свой дом. Свой дом, свою родину. И он чувствовал себя там хорошо. Узбек в Узбекистане, молдаванин в Молдове, грузин в Грузии и так далее. И только русские, не имея своего национального дома Русской республики, они считали весь Советский Союз своим домом. Почему? Потому что когда-то русский народ завоевал все эти земли и присоединил кого-то силой, кого-то обманом, но присоединил к себе, к Большой Российской империи, где точно так же русский народ был господствующим. И они это, понимая это, они чувствовали весь Советский Союз своим домом. Поэтому любой русский мог, проживая на Камчатке, или на Сахалине, или там где-нибудь на Урале, мог улететь в Узбекистан, мог улететь в Молдову, в Грузию. И он себя там чувствовал как дома. Он понимал, что ему не надо обязательно учить местный язык. Ему не нужно было подчиняться там местным законам. Почему? Потому что русский язык давлел над всеми языками. Русский человек имел привилегированное положение. Вся элита, скажем так, все хорошие посты, многие, да, занимали русские. Ну, там, может быть, самые высокие занимали и местная элита, но все же русские были, не были, скажем так, в подчиненном положении. Русские, как еще раз говорю, имели привилегированное положение. Они не могли не учить местные языки, потому что знали, что русский язык знают все. Русский язык учат все. Они знали, что в любой точке Советского Союза, в какой бы республике они ни находились, они в безопасности. Их никто не смеет тронуть. А в случае чего, если их кто-то тронет, то Москва, где бы она, как бы она далеко ни находилась, она дотянется до обидчика и накажет его. Поэтому отсюда вот это вот высокомерие по отношению к местному населению. Отсюда вот свое вот это положение, что мы вас всему научили, мы вам все дали, мы вас стоя ссать научили, мы вам построили города, мы вам дали науку и так далее. Это мы. Вот это вот чувство превосходства над другими народами, оно было всегда. И когда развалился Советский Союз, то именно тогда русские почувствовали, как они теряют свое привилегированное положение. Они были вынуждены подчиняться, те русские, которые остались в союзных республиках, они были вынуждены подчиняться местным законам. Они поняли, что русский язык оказывается уже не такой и главный, и что надо, чтобы чего-то достичь, знать местный язык. Но многие до сих пор включали свою вот эту вот имперскость, имперское величие, и все равно сознательно не учили языки местные, да, зная, что все равно будут с ними разговаривать на русском языке. А те, кто, скажем так, не смогли смириться с тем, что вот республика, в которой они когда-то жили, вдруг стала независимой, они стали уезжать в Россию. И потеряв вот это свое привилегированное положение в союзных республиках,
вот этот страх, что их где-то могли обидеть, да, припоминая все те невзгоды, которые принесли русские другим народам, они, вот эти страхи остались. И сегодня русский народ точно такое же, имеет точно такое же привилегированное положение в России уже. Да, в меньшей уже по состоянию с Советским Союзом, но такая же огромная страна. И сегодня русский может спокойно в любой точке России чувствовать себя хорошо и спокойно, зная, что он господствующий, государство образующий уже по конституции народ, что русский язык самый главный язык, и никто его не смеет тронуть за это. А если кто-то тронет, то Москва дотянется, ФСБ дотянется до этого человека. И поэтому, именно поэтому русские люди, же проживающие сегодня в национальных республиках, боятся, что национальные республики вдруг станут независимыми, точно такими же независимыми, как бывшие союзные республики, и они потеряют это свое привилегированное положение. Они не хотят его терять, они не хотят жить по законам, по тем законам, которые вдруг станут главными в национальных республиках. И уже не Москва будет там главная, а Уфа, допустим, или Казань, или Йошкар-Ола, или Якутск, да, вот. И поэтому отсюда вот нежелание, они хотят, чтобы Москва в случае чего могла их защитить, и чтобы они могли, находясь, проживая в любой национальной республике, не учить эти языки, не считаться с коренным населением, не считаться с ихними традициями. Захотели, крест воткнули где угодно. Захотели, храм свой православный построили на мусульманской земле, на святом каком-нибудь месте, наплевав на местные там, да, традиции, обычаи, законы и так далее, не считаясь с местным населением. Потому что знают, что их всегда Москва защитит, что их в случае чего ФСБ защитит, МВД защитит. Поэтому они боятся, боятся вот это потерять свое, еще раз говорю, вот это свое имперское государство, образующее положение. Они не хотят быть простым гражданином в Республике Башкортостан, в независимой Республике Башкортостан, в независимой Ингушетии, в независимой Карелии и так далее. Отсюда вот и нежелание, чтобы национальные республики обрели свою независимость. Вот и весь ответ.